жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Колеса ты бросаете. Девушка, но мне ехать нужно, отойдите, пожалуйста. Девушка, ну это не серьезный разговор просто. Мальчик, мы не хотели дом вести. Вот хозяин. Мне очень-очень надо, всего лишь пожалуйста. Давайте вы отойдете и вы можете посидеть, если я сяду к вам на коленочки. На коленочки до дома. 5 минут до моего дома. Девушка, буквально вот 3 минуты. У меня сидит жена. Мальчик, я вас не выпущу. Из окна сейчас нас может быть видит. Пусть смотрит. А вот представьте, если ваш муж. Ой, вы знаете, если мой муж нет мужа, у меня нету мужа. Мужа нету. Вот такой красивой девушки нет мужа. Какой будет муж? А, вы в кае, что ли, такая очередь, да? Во, это новое место, да, знаете, кае. Во, это тело здесь. Ну, очень много. Сколько вам лет? Что так сразу-то? Мы еще даже не познакомились, а уже сколько лет. Как вас зовут? Это уже лучший вопрос. Дермидон Твинзен. Меня зовут Оля. Какое редкое имя. Да, очень. Ну, у нас всех экзамен. Чем вы придете, меня, подружку. Ну, можно же предложить что-нибудь взамен. Нет, что, давайте. Почему? Ну, у меня вон там жена сейчас, я поведу. Есть моральный принцип.